слово «национал» в названии «национал-большевик» обозначает принадлежность к большому пространству, которое создали монголы, построили дальше, расширили русские цари и большевистские цезари, которая называлась Ордой. Вот нас, украинские националисты, да, говорят, вы ордынцы. Да, мы ордынцы. Да, скифы мы, да, азиаты мы, говорим. Не вы азиаты, блок. И не вы ордынцы. Тюркская империя, ордынцы, они вам не отдадут это право так, называться так, Ордой. Так. Мы только в тюркский мир с русским вполне может договориться.